Год только начался, но уже 37 человек пострадали в ДТП на территории Чувашии. Инспекторы предупреждают, в зимнее время нужно быть особенно внимательными на дороге. Длительные выходные вообще расслабляют. Это давно известно. В этом году усугубили ситуацию и погодные условия. В эти дни были достаточно сильные снегопады, и дорожникам приходилось трудиться в усиленном режиме. Работали круглосуточно. Количество техники, которая обслуживала дороги, доходило до 117 единиц. В целом ситуацию держали под контролем. Перебоев в движении транспорта по нашим дорогам не было. Госавтоинспекция советует в дни снегопадов и тумана по возможности воздержаться от дальних поездок. И, конечно, все участники дорожного движения должны быть предельно внимательны и осторожны. За время новогодних каникул произошло 26 дорожно-транспортных происшествий. Большей частью – столкновения и наезды на пешеходов. Погибли 6 человек. Двое из них – дети. Выявлено 83 факта нарушения правил перевозки несовершеннолетних пассажиров. Большинство ДТП с участием детей произошло по вине самих водителей. В основном у нас проблема – это ДТП на федеральной трассе. В этом году рост ДТП произошел. Это 6 ДТП и 6 погибших. Если сегодня находится ваше, значит, транспортное средство «дети», это говорит о том, что не надо уже рисковать и превышать данную установленную скорость. Не нарушать правила дорожного движения. Не выезжать на полосу встречного движения. Двигаться в потоке. Екатерина Шиверова, Татьяна Раевская, Сергей Копеев, Николай Скворцов. Республика.